видел бывшую жену в таких отношениях. И первый раз мама, там мама с ума вообще сходила по этому поводу. Адиев, знаешь, с тобой тебе встречаться, это жить как на пороховой бочке. Ты не знаешь, то ли тебе сегодня в рожу плюнут, то ли оскорбят, то ли на ногах будет носить. Не, это правда. Но если что... очевидно, что ты меня хочешь, но у тебя ничего не выйдет. Я так рада, что я хочу тебя, что аж описаться от смеха. Ну а что?